Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Итак, всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем в криминалочку на серии Родина Ролеплей, Центральный Округ. Моник здесь Кирилл Подболови, не забывайте вводить моник при регистрации. Итак, я сегодня решил сделать такой годный видосик для вас. Помните, как я покупал, точнее, как я крутил 20 бронзовых рулеток, и сегодня я решил повторить то же самое, но что-то я побегал, посмотрел, бронзовых рулеток нету, есть только серебряные, по-моему. Вот, серебряный по 500 тысяч, кстати. Три штуки. Блин, я не знаю, это, по-моему, дорого, блин, три штуки. Ну, давайте побегаем, посмотрим. Еще вот этого чувака есть. Серебряный, 10 штук по 600 тысяч. И золотая, залям 900, пиздец. У меня всего лишь есть 2,6. Как бы, да. Поэтому... Сейчас будем бегать, смотреть, у кого еще что есть. Так, бронзовая рулетка 48 тысяч. О, заебись. То, что нужно. Так, покупаем все 10 штук. Все, забираем. Так, здесь у нас что есть? Золотая рулетка, лям 700. 480 тысяч. Есть серебряная рулетка. Можно купить, кстати, 4 серебряных рулетки еще. Давайте, наверное, купим еще 4 серебряных рулетки. Специально для вас открою, в принципе. 4 штуки, да, серебряных. 480. Все, 4 штуки я покупаю. И что-то, может, еще кого-то что-то есть. Так, 250 тысяч. Бронзовые рулетки. Это нет, 250 тысяч за бронзовые рулетки, это дорого. На самом-то деле. Реально это дорого. Так, серебряная рулетка 400 тысяч, одна штука. А там почем было вообще? Так, у меня вообще денег мало на самом деле осталось. Так, давайте посмотрим, что еще здесь есть, возможно. Так, а ну. Рулетка. О, я сберу одну. А не, это бронзовая, да? Блин, ну бронзовая, за бронзовую столько денег, я хз. Так, а тут что, есть что-то? Не, нет, тут ничего у него. Так, давайте еще по кругу побежим, все посмотрим. И уже тогда будем крутить. Рецепт, серебряная рулетка, 400 тысяч. У нас осталось всего лишь 200, ну почти 300 тысяч, ладно. Но все равно... Нам ни на что не хватает, по сути, да? Того чувака мы все забрали. Вот этого. Все рулетки забрали. Блин, я не знаю, что делать. Так, наркотики нам не нужны. Так, еще последний раз бежим, короче, по кругу. Так, серебряная рулетка, 480 тысяч. Так, мы у него взяли сколько штук? 3, по-моему. Или сколько? Так, у него где-то, да, вот этого чувака было. Ладно, заберем эту рулетку сраную. Херен с ним, в принципе. И все, теперь можно идти спокойно крутить. Так, посмотрим, что у нас тут есть. Я просто сам не помню. Так, есть железная рулетка. Так, есть у нас 14 прокруток бронзовой рулетки и 4 серебряная рулетка. Короче, потратил я все бабки. Просто все. У меня осталось 100 тысяч. Но я думаю, это заслуживает лайка, поэтому обязательно ставьте лайки. Ну и... Не забывайте подписываться на канал. Ну что ж, короче, погнали крутить.
Итак, вот, короче, покрутил я рулетки. Это получается 14 бронзовых и 4 серебряных рулетки. Золотых у меня не было. Что мне выпало? Выпало мне около, наверное, 250 тысяч примерно выпало. Даже где-то 300 тысяч, короче, мне выпало с рулеток. Скажу сразу, что понятное дело, что мне рулетка не окупится. Я потратил 2,6, как бы там, ну, 2,5 я потратил на все эти рулетки. Я покупал их у людей, как вы видели. Понятное дело, что мне это все не окупится. Я покупал их ради контента, ради вас, короче, чтобы вам было интересно и прикольно смотреть. Итак, что мы выбили? Это 300 тысяч. Посмотрим сейчас, что мы выбили здесь. Так, инвентарь рулетки. Посмотрим, что там по экспихам. Так, 5 штук, 2 экспихи и 3, 4 экспихи. Ну, в принципе, нормально. И я, по-моему, еще донат выбил. Да, я еще донатик, по-моему, выбил. Вот, у нас есть 59 рублей. Я 53 рубля выбил донат. А, не, 57, вот, видите, я выбил 57. Ну, в принципе, неплохо, блин. Правда, и бабки падали, и экспиха. Сначала экспихи дохера падало, потом бабки падали. Давайте тогда заберем все это добро. Ну, как добро? Ну, что, пусть будет, в принципе. Сейчас, может, еще один левел вкачаем. Хотя навряд ли, потому что надо отыграть, наверное, еще много. Если 5 штук, 8 экспи упало, было бы намного лучше, как по мне. Ну и так неплохо, я остался обратно без денег, у меня осталось 500 тысяч, будем обратно рыб продавать, короче, да. Так, ежедневная рулетка, забираем. Не, ну мне нравится, честно, вот мне нравится крутить рулетку, особенно много рулетки крутить, вот это реально по кайфу. Давайте на этой серии наберем, ну как минимум, давайте 50 лайков постараемся, и я, может, еще попробую где-то найти деньги, короче, либо что-то продать и купить еще рулеток разных, и голд рулеток, и, короче, много разных рулеток купить. Попробую, либо закину донатика, покрутим. Не знаю, короче, посмотрим. Ну что ж, на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте вводить мой ник при регистрации. Ну и всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night. Cause I was from the city. She was from the outside, I was from the north.